Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Gopi Jana Vallabha Girivara Dhare Gopi Jana Vallabha Girivarada Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanacharya Vanacharya Yamuna Tira Vanachare Amunachira Jaya Radha Madhava Kunjabihare Jaya Radha Madhava Kunjabihare Jaya Gopijana Vallabha Girivara Dhare Gopi Jana Vallabha Girivara Dhare Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yashoda Nandana Yamuna Tira Vanachara Yamuna Tira Vanachare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna Hare Rama Hare Rama Rama
Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jagana Jaya Jagana Balade Jaya Supadra Jaya Jagana Jaya Jagana Jaya Balade Jaya Supadra Jaya Nitai Gora Chandra Nitai Gora Chandra Nitai Gora Chandra Jaya Nitai Gora Chandra Nitai Gora Chandra Nitai Gora Chandra Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Джаганнатхи Баладев Симати Супадра Ки Джай, Шинитай Гурачандра Ки Джай, Шрила Прабхупад Ки Джай, Грантарад Шримад Бхагаватам Ки Джай, вся слава собравшимся преданным. Харе Кришна. Ом Намо Бхагавати Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Мы продолжаем читать восьмую песню Шримад Бхагаватам. И сегодня мы начинаем новую главу молитвы Ганджендры. Шибадарая Нирувача Шибадарая Нирувача Ивам Явасито Будья Ивам Вьявасито Будья Самадхая Мано Хриди
Самадхая Манохриди. Гьяджапа Парамам Джапьям. Джаджапа Парамам Джапьям. Прагджанмани Анушкшитам. Прагджанмани Анушикшитам. Шибадарая Нирувача. Ивам Вявасито Будья. Самадхьяма. Самадхая Манохриди. Гьяджапа Парамам Джапьям. Прагджанмани Анушикшитам. Шибадарая Нирувача. Ивам Вявасито Будья. Самадхая Манохриди. Джаджьяпа Парамаджьяпьям. Прагджанманьянушикшитам. Шибадарая Нирувача. Васито Будья. Манохриди. Шибадарая Навача. Шибадарая Нихувача. Шишукадева Госвами сказал. Эйвам. Так. Вьявасита. Поместивший. Будья. Разумом. Самадхияя. Для сосредоточения. Мана. Ум. Хриди. В сердце. Джаджапа воспел Парамам верховную Джапьям мантру, которую он узнал от великих преданных. Прагджанмани в прошлой жизни Анукшикшитам практиковал. Перевод и комментарий о божественной милости. Бхактивиданта Свами Шрила Прабхупады. И комментарий. Шишукадева Госвами продолжал. Тогда царь слонов Ганджендра силой совершенного разума сосредоточил ум в сердце и произнес мантру, которую он выучил еще в предыдущей жизни, будучи Индрадюмной, и которую теперь вспомнил по милости Кришны.
Комментарий. Причина такого возвращения памяти объясняется в Бхагавадгите 6.43-44. Татратам Будхи сам йогам лабхате пурвадейхикам ятатвича тато буя самадхау куру нандана пурвабхьясена тенайва хриятехи авашописах. В этих стихах говорится, что даже если человек, посвятивший себя преданному служению, сходит с избранного пути, его усилия не пропадают даром. Такой человек не опускается, потому что рано или поздно оказывается в положении, которое помогает ему вспомнить о Верховной Личности Бога. Как станет ясно из следующей главы, Ганджендра прежде был царем Индрадюмны, но в этой жизни по воле провидения родился вожаком слонов. Сейчас Ганджендра попал в беду, и хотя он находился не в человеческом теле, вспомнил молитву, которую научился в прежней жизни. «Ятате чатату бхуях самсидхау куру нандана». Чтобы помочь душе достичь совершенства, Кришна дает ей возможность снова вспомнить о нем. Подтверждение тому – история царя слонов Ганджендры, который, попав в беду, получил возможность вспомнить о своем прежнем преданном служении. И Верховный Господь тут же пришел ему на помощь. Поэтому так важно, чтобы преданные, вставшие на путь сознания Кришны, обязательно повторяли какую-то мантру. Прежде всего следует повторять мантру «Харе Кришна», являющуюся Маха-мантрой, великим гимном освобождения. Кроме того, нужно петь «Чинтамани Пракарасу Самадам». Садмасу. Или Нрисимха Стотру. Ято Нрисимхо Парато Нрисимхо Ято Ято Эмитато Нрисимхо. Каждый преданный должен упражняться, чтобы в конце концов научиться повторять ту или иную мантру совершенным образом. Тогда в следующей жизни он не забудет о сознании Кришны, даже если из-за несовершенства своего духовного сознания родится в теле животного. Конечно, преданный должен стараться достичь совершенства в сознании Кришны уже в этой жизни. Ибо тот, кто постиг Кришну и его наставления, покинул материальное тело, возвращается домой к Богу. Но даже если человек оступился и пал, его усилия в попытках обрести сознание Кришны никогда не пропадают даром. Например, Аджамила в детстве повторял имя Нараяны под руководством своего отца, но в юности опустился и стал пьянствовать, предаваться разврату, мошенничать и воровать. Тем не менее, благодаря тому, что он каждый день, окликая своего сына на Райну, произносил имя Господа, он достиг духовного совершенства, хотя и совершил множество грехов. Так что ни при каких обстоятельствах мы не должны забывать о мантре Харе Кришна. Это поможет нам спастись от любой, даже самой страшной опасности, как можно видеть на примере Ганджендры. Конец комментария. Омагена Тамиранга Сяга Наджана Шалакая Чаксуран Гритан Натасмай Ши Гуравей Намага Ши Читани Ману Биштан Спатитан Яна Бутали Свая Рупа Кадамагиам Дадати Свапа Нантикам Ванча Калпетру Бишча Крипа Сидуя Читана Павани Пья Вайшнавы Пинамунама Джай Ши Кришна Чайтанья Прабу Нитянанда Ши Адвайта Гададар Ши Васади Гору Бхактавринда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Намасте, Гурудевая Сарва Сиди Прави, Сарва Мангала Рупая, Сарва Нанда Видини, Ши Гуру Парамананда, Премананда Палапрада, Враджананда Прадана, Сарва Манью Джая, Нитянанда Гамнауми, Сарва Нанда Карампарам, Харинама Прададавама Вадута Шарумани, Нама Махавадания, Кришна Према Прадает, и Кришна, Кришна Чайтанья, Нагурит Вишнама. Нилачала нива своими тяй, параматмане, и балабадара субадранча, шиджиганатхайтанья. Намо Вишна падая Кришна, Пришна муталеши, мата пракришна, прабуйте на мене. Дадати Бхагавата твам, нищайна мэнача, пропадася, приста с вами, ми гуру паваша, я намо Вишна падая Кришна, Пришна муталеши, мата бхактивиданта, вспомните на мене. Сапра сидету чайтанья дыва, яся прасадатахта лила, варнане ягиакса дякся данамопиям. Шишукадева Госвами продолжал, тогда царь слонов Ганджендра силой совершенного разума сосредоточил ум в сердце
и произнес мантру, которую он выучил еще в предыдущей жизни, будучи Индрадюмной, и которую теперь вспомнил по милости Кришны. Харе Кришна. Кришна настолько милостив, что он никогда не забывает все то, что мы для него делаем. Даже если мы совершили какие-то маленькие усилия, Кришна это помнит. Кришна обладает совершенными качествами, и благодарность тоже в совершенстве проявлена у Кришны. Наш процесс преданного служения, который мы совершаем, как раз может и стать очень для нас серьезным опытом того, насколько Кришна милостив по отношению к живым существам, к нам в частности. И причем эта милость безгранична, так как и сам Кришна, его энергия безгранична, его милость также безгранична. Поэтому, по сути дела, мы можем купаться в этой милости каждый день. Каждый день созерцать прекрасную форму Господа. Стараясь даже не моргать, чтобы не пропустить что-то интересное, что-то привлекательного. Вдыхать аромат тела Господа или благовоний, предложенных Ему. Цветы, все, что, чем мы окружены, это милость, особая милость Кришны. Ну, так или иначе, по каким-то причинам, из-за того, что мы находимся в материальном мире, и у нас могут быть не очень благоприятные общения, наши чувства и наш ум может быть в соприкосновении с материальным миром, попадать под влияние трех гун материальной природы, другими словами, оскверняться, и поэтому у нас появляются какие-то желания, которые могут нас отвлечь от духовной практики и вовлечь нас в деятельность материальную. И это может привести к тому, что нам придется перерождаться. Просто взять пример Бхараты Махараджа, великая душа, достигшего высокого уровня. Но тем не менее, он отвлекся, его сознание, ум, отвлекся на олененка. Бхарате Махараджа пришлось родиться олененком. Читракету Махарадж, мы читали предыдущие песни, в песнях, он просто проявил какую-то фамильярность, и это привело к тому, что он еще раз родился. Была какая-то ошибка совершенная. Мы можем совершать ошибки намеренно или не намеренно. Поэтому молитвы, которые Ганджендра возносит Господу, на самом деле Рупа Госвами рекомендует повторять эти молитвы на картику. Буквально месяц назад у нас закончился этот месяц, замечательный месяц картики, и некоторые преданные берут обет повторять эти молитвы целый месяц. Эта молитва пропитана настроением предания Господу. И это одна из таких могущественных молитв, которая очищает наше сознание и позволяет обратить на живое существо, на нас, другими словами, на нас взгляд или Господа. И мы тогда можем получить Его милость. Но так или иначе,
мы всегда должны пользоваться разумом. Разум – это очень важный инструмент в человеческом теле, в нашем теле. И хорошо, когда мы этим инструментом пользуемся. Разум означает, что мы постоянно анализируем. В предыдущей главе мы читали, что он проанализировал все, что происходит. Здесь говорится, что он сосредоточил свой разум в сердце. Он сосредоточил, он, по сути дела, царь Индрадюмна, вот это очень поучительная история. Хотя Шрила Прабхупада пытается нас вдохновить, что мы склонны совершать ошибки из-за того, что наши чувства несовершенны, мы склонны к обману. Поэтому всякое может случиться в нашей жизни. Всякое может случиться. Конечно, это не произойдет, если мы будем всегда находиться в кругу вайшнавов. Потому что вайшнавы не дадут нам упасть. Но если у нас появится желание уйти из общества вайшнавов, мы обречены. Мы просто обречены. Материальный мир, материальная энергия, она нас просто уведет. Но в обществе вайшнавов нас всегда будут поддерживать. Кришна через преданных будет помогать нам, давать нам силы, вселять в нас веру и надежду до того момента, пока мы не достигнем совершенства. Махарадж Индрадюмна в предыдущей жизни, это под которым он потом стал Ганджендрой, он был великим вайшнавом. По сути дела, он был великим вайшнавом. И то, что с ним произошло, это лила Кришны, чтобы быть для нас примером. Это не то, что вот мы сейчас можем сидеть и думать, где же Индрадюмна Махарадж совершил ошибку, такой вайшнав, и тут вдруг он совершает ошибку. Нет, это ошибка. Это Кришна так устраивает, чтобы для нас показать, чтобы быть примером для нас, для обычных людей. Он такие личности, мы знаем, они не могут, которые уже получили милость Господа и которые постоянно находились в медитации. Если изучать историю царя Индрадюмны, Раджа, он даже ушел в лес, в горы. Построил небольшую хижину и там занимался медитацией. Его медитация была совершенной. По сути дела, совершить ошибку, находясь всегда в связи с Господом, это невозможно. Но Господь иногда так устраивает. Он вводит живое существо в иллюзию. Только для того, чтобы, говорится в пятой песне Шримад-Бхагаватам, в одном из комментариев Шрила Прабхупада объясняет, живые существа могут падать в этом или совершать греховные поступки, или так как мы называем, происходит падение из-за двух вещей. Иногда и зачастую это происходит по нашей глупости, когда мы совершаем апарадхи, оскорбления, мы падаем. Но другой вариант, он говорит, по желанию Кришны. И когда объясняется это, почему по желанию Кришны, Кришна ставит свою преданную в такие условия, чтобы показать пример другим. Хотя он всегда его поддерживает. Это было и с Читракету Махараджа, это было и с Индрадюмной Махараджа, это было со всеми преданными, с Аджамилой, те, которые участвовали в таких великих лилах Господа. Но это пример для нас. Поэтому царь Индрадюмна Махарадж, сидя в медитации, вдруг к его кашраму подошел Агастя со своими учениками. И царь Индрадюмна Махарадж, он, будучи в медитации, погруженный в лилы Кришны, ну, кто будет отрывать свое сознание от формы Господа, от своего служения? Это практически нереально. И я думаю, что Агастья Муни понимал эти все вещи. Но тем не менее он увидел, видать, участник этой лилы, он сказал, все, из-за того, что ты такой не обращаешь на внимание, не с почтением относишься к браманам.
Иногда мы можем думать, что я стал вайшнавом, и поэтому я могу пренебрегать какими-то правилами, предписаниями, потому что я вайшнав. Я ух какой могущественный, за мной Кришна. И поэтому я иногда какими-то правилами, предписаниями пренебрегаю. Думаю, что Кришна поймет, он спишет мои слабости, будет по-дружески меня простит. У Кришны, у него немножко другие цели. Он хочет нас очистить и сделать нас очень чистыми живыми существами. Он хочет, чтобы мы попали в духовный мир, и у нас не было ни капельки скверны. Мы туда и не попадем с ней. Чтобы мы были полностью чисты. Поэтому он нас очищает всегда, ставит в определенные условия, дает какое-то определенное знание через духовного учителя, всегда нас обучает, иногда ругает, иногда хвалит. Но духовный учитель следит за тем, чтобы мы выполняли свои обязанности и действовали правильным образом. И царь Индрадьюмна Махарадж не обратил внимания, и Агастья Муни разгневался, сказал, раз ты не обращаешь внимания, не оказываешь почтения браману, то это означает, что ты ведешь себя как животное. И он его проклял, будешь слоном, родись животным. Как действует преданный? Преданный Индрадьюмна Махарадж, он наверняка сидел в самадхи, и он наблюдал лилы Кришны, и тут... Как только он услышал, что его прокляли, и он будет царем, он сразу сказал, на все воля Кришны. Он не вскочил со своей постилки и начал кричать, ты знаешь, кто я такой? Ты говоришь, ты браман, а я вайшнав. Поэтому я более могущественный, чем ты, и нечего мне тут рассказывать. Ты еще дорасти. Такого нет. Он говорит, он вайшнав, он сказал, я принимаю это как милость Кришны. Потому что он понимал, что это все воля Господа. Так думает и так переживает все свои ситуации, в которые преданный попадает, он переживает, что это все милость Кришны. По крайней мере, он должен этому научиться. Он должен этому научиться. Если мы не научимся этому, мы будем думать, что обязательно придем к выводу, что кто-то виноват. Кто-то несовершенный. Кто-то несовершенный в этой жизни что-то сделал по отношению ко мне, и он не виноват. Вот там неправильно, там недостатки. И мы в этих недостатках просто запутаемся. Он принял, сказал, хорошо, на все воле Кришны. Да, ему пришлось родиться слоном. И в комментарии здесь, в стихе, здесь говорится, что, знаете, он в сердце сосредоточился на своем сердце, поместил ум в свое сердце. Да? Разум, Будда, разум. А, ум, да, и ум в сердце. Сосредоточенного разума, совершенного разума сосредоточил ум в сердце. Атма переводится как ум, тело, душа. Атма также переводится как догма, или это означает домыслы. Каждое живое существо может обладать какими-то своими домыслами об этом мире. И он воспринимает этот мир с точки зрения того понимания, которое у него есть, которое у него сложилось за многие жизни, проведенные здесь в материальном мире. Однажды в навозной куче жила семья.
навозный жук и его ребенок. И вот как-то они выползли с этой навозной кучи, и ребенок говорит: «О, маленький, ну, жук, жук, сын». Говорит: «О, папа, смотри, солнце светит, травочка, трава вокруг, листики, все так хорошо, птички поют, бабочки летают. Чем мы живем в этой навозной куче?» Говорит: «Ты не понимаешь, сынок, это наша родина. Это наша родина». Иногда мы привязываемся к нашим догмам, к нашей той ситуации, в которой мы находимся, и мы не хотим ничего поменять. Здесь говорится, что мы всегда должны быть сосредоточены, находиться в поисках. Вивасаятмика Будхири Кехакурунандана, Вивасайна Будая. Явасаядмика Будхири Кехакурунандана, Бадху Янанташча Будайохи Вивасайна. Так? А? Баху Шахахи Анантаща Будайох Вивасайна. Мудрецы, они решительны, целеустремлены. И у них одна цель. Они знают, что им нужно делать, знают, куда идти. Они знают, поэтому постоянно сосредоточены на Кришне. Потому что для вайшнавов Кришна – их цель. И они ищут Кришну постоянно, везде. Они делают способ, они ищут способы служить Кришне. Они не могут без этого. Таковы вайшнавы. Вайшнавы – это не тот, кто будет там сегодня служу, завтра не хочу. Это так, посредственно, еще недостаточно, как это, еще незрелая преданность. Он вайшнав, но его еще преданность незрелая. Зрелая преданность проявляется в стабильности и в желании слушать о Кришне. Об этом говорит Джива Госвами. Желание слушать, вкус к слушанию проявляется. Это зрелая преданность. Почему? Потому что ушами преданный хочет понять особенности. И по сути дела, так, если простыми словами, где Кришна и что я должен сделать, чтобы он был счастлив. Это простыми словами. Всю теорию, философию, которая есть вот в священных писаниях, можно выразить. Где Кришна и что я должен для него сделать, чтобы он был счастлив. И так мыслит вайшнав. И иногда приходят какие-то трудности, но он их переживает, он их проходит. Для него это не особо трудно, потому что он всегда ищет прибежище лотосных стоп Кришны. Диям сада парибавагнам абиштадохам тиртхаспадам шива веринчинутам шараньям бриртяртихам прапанапала бавадхипутам ванди махапурушати чаранаравиндам. Югендры, когда прославили Господа Чайтанья Махапрабху, Кришна Варнам Твиша Кришнам, они сразу произносят этот стих, выражая почтение лотосным стопам Господа. Они скажут, что это «О Господь, Ты Махапуруша, Верховная Личность Бога, я склоняюсь к Твоим лотосным стопам, которые являются единственным достойным объектом непрерывной медитации. Твои лотосные стопы уничтожают невыносимые условия материального существования и щедро исполняют величайшее желание души – желание чистой любви к Богу. О Господь, Твои лотосные стопы являются прибежищем для всех святых мест и всех хранителей тайн преданного служения». И потому такие великие полубоги, как Господь Шива и Господь Брама, склоняются к Твоим лотосным стопам. О мой Господь, Ты настолько добр, что стоит кому-либо с почтением склониться к Твоим лотосным стопам, как Ты сразу же становишься защитником такого человека и избавляешь его от всех невзгод. Воистину, мой Господь, Твой лотосный стоп – это надежный корабль, на котором можно переплыть океан рождения и смерти. И потому Господь Брама и Господь Шива склоняются к Твоим лотосным стопам. Это наше единственное прибежище. И тогда в этом прибежище мы всегда будем защищены Кришной.
И если даже Кришне захочется использовать нас как пример для других, и нам придется родиться, но Кришна никогда не оставит нас. Он все равно будет, как здесь говорит Шрила Прабхупада, ссылаясь на стих 6 главы 43-44, Кришна всегда будет давать память живому существу, чтобы тот постоянно находился в сознании Кришны. Проблема в том, что как только у нас появляется желание забыть Кришну, мы его забываем. Почему? Потому что Господь, находясь в сердце, исполняет наше желание. Поэтому, как только мы не хотим служить Кришне, Кришна устраивает специально устраивает для того, чтобы у нас появились какие-то другие формы деятельности, чтобы только не служить Кришне. Господь милости, Он исполняет любые наши желания. Но высшее желание души – это проявить, это обрести чистую любовь к Богу. Как только мы будем сосредоточены на этом желании, это наша будет цель, Яваса Ятмика Будхир, на том, на чем будет сосредоточен наш разум и ум, на сердце, на достижении вот этой цели. Тогда Кришна нас будет вести к этой цели. И мы можем с легкостью, а может и не с легкостью, по милости Господа Чайтанья, с легкостью мы можем обрести эту любовь. Но это должно быть желанно для нас. Иначе мы будем искать способы, как-то комфорт для этого тела. Постоянно будем сосредоточены, то не так, это не так, где денег заработать, что покушать, на каком боку полежать, куда пойти. Это настолько будет... И мы будем, да, Кришна будет исполнять эти желания. У нас они же есть, и Он смотрит, хорошо, хочешь, пожалуйста. Но если мы будем вставать и думать о только том, Кришна, я хочу служить Тебе. С утра встали, я хочу служить Тебе, Кришна. Что я могу сделать для тебя сегодня, чтобы ты был счастлив? Пожалуйста, веди меня по жизни. Веди меня. Сегодняшний день я хочу посвятить себе, тебе. И в таком настроении каждый день мы встаем, повторяем мантру для удовлетворения Кришны. Здесь комментарий Шрила Прабхупада объясняет, насколько важно повторять мантру Хари Кришна, потому что она является спасением для нас. Она является спасением. Апанаксам смритим гарам ямнамави вашугринам тадаксадьяви мучита ядбибити своям баям. Первая песня начинается с этого стиха. Живые существа, запутавшиеся в хитросплетении рождения и смерти, могут немедленно освободиться, стоит им хоть раз неосознанно произнести святое имя Кришны, которого боится сам страх. Ганджендра был испуган тем, что он получил, как бы он 1000 лет сражался, и его силы иссякли. И у него не было другого прибежища. Он посмотрел на своих родственников, друзей, которые там стояли. Они пытались ему помочь, но у них ничего не получалось. И он сам, его силы иссякли, родственники только могли только скорбеть о случившемся. Ему ничего не оставалось, как принять прибежище у Кришны. Он вспомнил. Кришна дал ему память за то, что он был великим преданным в предыдущей жизни, за то, что он, даже когда оставляет это тело, он не потерял свою преданность Кришне. Он сказал: на все воля Кришны. И поэтому Кришна это достаточно серьезно ценит, что не только как только у нас что-то получается плохое с нами, мы думаем, да, все, Господь меня не спас, я никому не нужен, и все, Господу до меня нет никакого дела. И мы думаем, ну раз так, я пойду что-нибудь буду делать сам по себе. И мы становимся на путь демонического настроения или атеистического, потом демонического. Начинаем отвергать Кришну. Нет,
Преданный всегда находится, ищет прибежище у Кришны, даже если с ним случаются какие-то трудные вещи. Но эти трудные вещи, которые происходят с ним, они очищают его, и его преданность Кришне и Кришне по отношению к этому живому существу усиливается привязанность, любовь. Это обоюдно. Хотя Кришна и так всех любит, тем не менее, он начинает ценить этого преданного. В 11-й песне он говорит: «Мой преданный настолько дорог мне, который идет и проявляет, проливает славу, сейчас марафон, он придет и проповедует мою славу по всему миру, и я иду за ним». Он говорит: «Я иду за ним, по его по пятам иду за ним». Он идет, очищает все места, куда он попадает, а я иду за ним. Почему? И Джива Госвами, по-моему, или Вишвана Чакварти Кур пишет, когда Кришна идет за таким преданным, он, вступая на землю, пыль, которая поднимается от его стоп, она ветерком обдувает, и эта пыль ложится на преданного и на тех, кто рядом находится с ним, и она очищает всех. Поэтому Кришна говорит: мой преданный никогда не погибнет. И, конечно, как здесь говорится, нам нужен достаточно как инструмент, который мы можем использовать для того, чтобы усилить свою преданность, усилить свою решимость. Решимость – это разум. Но мы должны понять, что для нас Кришна очень важен. Мы здесь находимся только для того, чтобы обрести очень важную цель. И эта цель – это любовь к Богу. И тогда мы будем, может быть, медленно, но идти к этой цели. Но Шрила Прабхупада говорил, медленно это такое. Вишвана Чакварти Такур говорит, что чтобы попасть в духовный мир, нужно как минимум 3 жизни. По-моему, Мадури Кадамбини. 3 жизни. Это надо пройти на каком-то первый этап достичь, потом еще что-то, дочищаться до конца, потом еще родиться в земном Вриндаване, например, и еще 3-ю жизнь прожить. Ну, это уже так. Но Вайшнавы и Прабхупада, они немножко больше дали нам возможностей за одну жизнь. Всего лишь преданный за одну жизнь. Всего лишь одну жизнь. Жизнь в материальном мире, она так наша, нашего тела, она настолько бессмысленна, бесполезна, что ее даже не жалко поменять на такое совершенство. Ее не жалко поменять, вот эту одну жизнь всего лишь, которая исполнена столько трудностей, беспокойств. Многие наши поступки бессмысленны. Но мы можем сделать так, что эта жизнь будет последней, и это наше тело, которое у нас есть, приведет нас в духовный мир, в игры Господа. И Господь Чайтанья Махапрабху пришел для того, чтобы пролить, дать эти плоды, вкусить эти плоды нам. Но нам нужно просто прийти на рынок святого имени и с помощью своей веры купить эти плоды. Цена – это просто наша вера. Если мы купим, мы будем обладателем великого богатства, о котором даже, может быть, многие жители этой вселенной как на высших, и так на низших, и мечтать не могут. Поэтому 11-я песня говорит о том, что мы приходим, вернее, полубоги приходят сюда, мы приходим, Кришна, полубоги приходят сюда для того, чтобы участвовать в движении Санкиртаны. Потому что за короткое время можно обрести высочайший дар. Чистую любовь к Богу. Харе Кришна.
Я ставлю 10 минут на вопросы. Да. А если все вайшнавы идут в духовный мир, кто же будет проповедовать? Глубокий? Некоторые не захотят. Некоторые захотят остаться. Как у Шрилы Прабхупады, ученики, они молились: мы пойдем в следующую вселенную проповедовать с вами. Поэтому вайшнавы иногда остаются. Но в чем особенность вайшнава? В этот материальный мир он наполнен людьми, которые... Вайшнавов очень мало. Поэтому если взять этих вайшнавов, которые сейчас есть в нашем городе, и все они идут в духовный мир, это очень хорошо. Но есть... Но что должен сделать вайшнав? Он должен оставить после себя преемника. То есть он должен найти одного человека и передать ему сознание Кришны, чтобы тот проповедовал дальше. А тогда он может со спокойной душой идти в духовный мир. Вишванатха Чакрварти Такур вайшнав, и он говорит, почему за, он говорит за три жизни. А почему тогда мы говорим за одну? Мы не говорим. Не, мы не так. Надо не так это понимать. Надо понимать то, что каждый ачарья устанавливает свои принципы. Надо читать 64 круга, но Шрила Прабхупада нам сказал, ну 16. Поэтому это Шрила Прабхупада нам. Это милость Шрилы Прабхупады, который взял эту милость от Нитая Гаурачандры. Мы полностью зависим от этих божественных личностей. Поэтому наша задача просто принять прибежище у них, и они обещают, заберут за одну жизнь. Классически, да. Раньше до Господа Чайтаньи Махапрабху и не было такой возможности попасть на Голоку Вриндавана. Очень редкие души. В основном все получали освобождение. Но раз в день Брахмы Господь Чайтанья приходит и раскрывает эту сокровищницу. Духовный мир разнообразен, и много желаний и у Господа, и у наши желания есть. И мы можем просто предоставляться реализовать их нам. Так что это милость, это просто милость. Поэтому Нама Махаваданьяя Кришна Према Прадаятея Кришна Кришна Чайтанья Мне Говорит Виша Намаха. Самая милость и воплощение Господа, Рупа Госвами говорит. Ибо Он раздает чистую любовь к Богу. Установка на то, чтобы достичь за одну жизнь, не является ли это стремлением к освобождению этой ведьмы? Стремление к освобождению может быть. Может быть, если у преданных, может быть, даже в нашем обществе. Шрила Махараджи, даже некоторые махараджи говорили, что если вам предложат четыре вида, как, из каких-то четырех видов освобождения, можете не отказываться. Но мы знаем о них. И нам решать. Вот мы сейчас должны решать, как, что мы хотим. Это очень индивидуально. Нам, наше знание или то знание, которое дается в священных писаниях, раскрывает нам все. Оно раскрывает все. Каждую мелочь на нашем духовном пути, начиная там от веры, кончая премой. И мы можем сами для себя определить, что мы хотим. И если мы захотим вернуться, общаться с Кришной,
вернуться на Галоку Вриндавана, то у нас должно быть только одно. Мы хотим просто одного – служить Кришне, независимо ни от чего. Если мы хотим освобождения, если это наше будет желание, оно не является плохим. Кришна нигде не говорит, что это желание плохое. Вернуться на Вайкунху. Более того, это было одно из самых, в предыдущей эпохе, это было одно из самых ценных и самых главных задач для людей. Просто здесь мы сейчас для себя тоже можем определить, что мы хотим. Я даже знаю преданных, которые хотят на Вайкунху. Бывает такое? Еще такой вопрос. Гаджандра 1000 лет сражался, и потом говорится, что по милости Господа вспомнил эту мантру, которую он практиковал в прошлой жизни. И вопрос о свободе воли. То есть, насколько мы свободны. Получается, что если бы он не попал в эту ситуацию, то он бы продолжал, в общем-то, то есть его свобода воли заключалась в том, что он наслаждался со слонихами. То, что он хотел. А мантру он эту вспомнил, только попав в такую ситуацию. И Кришна поместил его в эту ситуацию фактически. А потом он же ему и дал память об этой мантре. Получается, что Кришна вмешивается. Это как бы от начала до конца игра им задуманная. Но тогда вопрос, где же свобода выбора, свобода воли. То есть если бы не было этой ситуации, то он бы наслаждался и дальше, и даже и бы не думал бы об этой мантре. Там, я думал над этим вопросом. В последнее время, когда я обращаюсь к Кришне, я молюсь им, Нитай Гора Чандри, Джаганнат Баладева Супанри, пожалуйста, мой дорогой Господь, что бы со мной ни происходило, я единственное, чего я хочу, никогда не забывать твое служение твоим лотосным стопам. Пожалуйста. Царь Индрадьюмна Махарадж, будучи вайшнав, наверняка возносил такие молитвы. И он просил Господа не оставлять лотосные стопы его. Поэтому это тоже желание его. И просто Господь, будучи сверхдуша, исполнил его несколько желаний. Он исполняет все наши желания, и такое, и такое. Он совершил ошибку, он там скажет, ошибка, говорит, я был привязан к богатству. Из-за этого я совершил ошибку. Почему-то он так вот в своих молитвах говорит, слон привязан к богатству. Но он наверняка говорит о каких-то вещах. Богатство это не то, что у нас там под полотенцем или там в шифонере лежит деньги, или там банковская карта. Богатство – это то, что он может получать, роскошь, в которой он живет. И недаром описывается Трикута – это место, где там просто сплошное наслаждение. Это есть богатство. Я привязан к богатству. Он говорит, это богатство вот это вот одурманило меня, я наслаждался этим всем. Но у него также было и другое желание – будучи царем, он молился, Господь, пожалуйста, я никогда не хочу забывать тебя. Пожалуйста, если вдруг что-то произойдет, не оставляй меня. И Господь исполняет это желание. В этом нет противоречий. Поэтому, когда мы когда возносим Господу молитву, мы должны просить Его, чтобы всегда помнить о Кришне, я никогда не забывать. Но 1000 лет он же не помнил. Он же надеялся на что-то другое. Не помнил. Поэтому пока Господь он реализовывал свои желания, он боролся. Он даже когда в битве, он надеялся на свои силы. Эта специальная история нам показана, что в битве материальной жизни, с материальной энергией, когда мы живем здесь, мы проходим эти все этапы битвы. Мы боремся за свое существование, за выживание. То есть время хватает нас очень сильно. Почему здесь описывается этот крокодил, это в форме времени? Он хватает нас,
это время уже. Мы только рождаемся, все, мы уже начинаем умирать, и мы боремся. Мы надеемся на что-то, на то, на это, на это. В конце концов, мы прилагаем кучу усилий и приходим к такому состоянию уже, что у нас нет сил, уже косточки не скрипят, уже все, уже памяти нету. И мы уже начинаем беспокоиться. Это наше желание. Здесь говорится о том, что пока мы еще полны сил, пока мы еще там наслаждающиеся, мы будем бороться в этом мире. Но время, оно все равно нас уничтожит. И когда мы придем к такому пониманию, что вот все, я уже беспомощный, некому обращаться, родственники не помогли, дети не помогли, друзья не помогли, кому? И вот тогда мы начинаем искать способ, где мы будем искать прибежище. И он тоже так. Мы поборемся, еще каждый из нас пройдет какой-то опыт там, семейной жизни, любой. Он получит этот опыт. В конце концов, если разума хватит, как сосредоточиться на Кришне, там и вспомнить, о, Кришна, не, я уже понял, все, в этом мире, кроме твоих лотосных стоп, ничего нет. И это будет хорошо. Но можно еще и родиться. Тоже очень важный вопрос, потому что иногда мы думаем и относимся к нашему преданному служению посредственно. Это опасная вещь. Чуть-чуть где-то, это ж такие истории, чуть-чуть пренебрег гостеприимством, царь Индрадюмна, Шрила Прабхупада говорит, даже он в медитации был. Да, вот почему-то Господа Шиву, когда Дакша на него наезжал, Шива тоже сидел в медитации, то Шива был оправдан. Сказал, ну он и так оказал почтение, потому что он медитировал на Свердушу. А царя Индрадюмна нет. Его не оправдали за это. Но Прабхупад, конечно, в комментарии там пишет, что он не был виноват. Намекая на то, что по воле Кришны все происходит. Но даже такие маленькие вещи, для нас пример. Вайшнав, он настолько внимательный, и он понимает, что если приходят или он другие вайшнавы, ему нужно общаться, или тем более старшие по положению, он должен оказывать почтение моей жизни. Была одна история, которую я до сих пор вспоминаю, из-за этого каждый день прошу прощения этой личности. Каждый день. С утра. Я возношу молитвы за то, что я совершил неправильную вещь. Это сегодня приезжает Ачютаприя Прабху. Это было с ним. Это был где-то второй фестиваль в Карпатах. На первом его не было, но на втором он приехал. И я просто сидел в комнате, сделал пуджу, прочитал мантру и что-то книги читал, по-моему. Я просто уже так, может, даже уже не помню, позавтрак. Но так или иначе, я что-то делал такое, читал. И он зашел в комнату. Ну, он зашел так, без стука, без ничего. Он зашел в комнату. И я лежал на кровати. Вот то, что происходило со мной, почему это очень близко так. Я лежал, и я не встал. Представляете? Я не встал, я не сообразил сразу, как-то так, знаете, ну так, как-то так, не это. И что удивительно, я знаю Ачютаприю Прабху, он бы не обратил на это внимания, но именно в этот момент он сказал, ну это некультурно, и он очень мягко, ну, отругал меня. Я, конечно, подостал, попросил прощения, но я помню на всю жизнь. Я запомнил это на всю жизнь. И вот такая маленькая вещь, где мы из-за своей бескультурного состояния, или то не то, что не было, мы можем проигнорировать это все. Но Кришна, он за это, вот видите, как можно что-то и получить последствия какие-то. Потому что очень нужно внимательно. Вайшнав – очень сосредоточенная личность. И так как он во всем видит Кришну, во всем проявлении Кришны, он очень внимательный. Он не пропускает этих моментов, он не делит там на хороший вайшнав, плохой вайшнав, он во всем видит Кришну.
Это, конечно, высокий уровень, но так или иначе мы должны это понимать. Шримад Бхагаватам ки джай, Шрила Прабхупад ки джай.